Товарищ капитан, я все же выступаю за планомерное уничтожение орудий дальнего боя и таким образом развооружение станции. Это более надежно, чем рассчитывать на незащищенную позицию. Первому, второму звену вылет уничтожить вооружение платформы Ай. А потом уже двигаться в направлении. Опознан как корвет Буши. Выглядит так, словно его тоже атаковали платформы. Вывести на экран. Десантникам погрузиться на десантную капсулу, приготовиться к вылету. Телеметрия с истребителей, где они находятся? Понял. Хорошо. Так, давайте-ка более тактическую карту. Стилет. Вылетаем в уязвимую точку. Проложить курс навигатором, двигателем вперед. Значит. Десантникам. Ваша боевая задача будет выдвинуться на остатки корвета Буши. Обнаружить черный ящик или центральный компьютер и вытянуть оттуда данные по поводу кодов ракетных установок противника. Вылет пока не разрешаю, ожидайте. Первое, второе звено. Так, хорошо. Так, второму звену изменить цель. Передвинуться к следующей платформе F. Первое звено. Точно так же. Меняем платформу. Целевую платформу на J. Уничтожаем орудие на ней. Так. Эти платформы у нас вырублены, да? Да, хорошо. Значит, корвету приготовиться к остановке. Отлично. Так, что у нас состояние истребителя? Ага. У нас спутника уже ракетная установка не действует. Внимание, корвету. Двигатели стоп. Удерживать позицию. Десантникам ожидать разрешения на вылет. У нас атакует второе звено. Назначенное устройство не действует. Отлично. Товарищ капитан, мы планомерно уничтожаем вооружение платформы, и они уже не будут представлять нам угрозы даже в случае, если запасной путь не будет работать. Это, конечно, дольше, но это надежнее, товарищ капитан. Так, что у нас первое звено? Первое звено и второе почти справились задачи. Второму звену следующая цель. Платформа Г. Так, а здесь у нас платформа H. Первое звено приготовиться к атаке по платформе H. Принято. Меняем цели. Так, это что? Ну-ка, выдайте мне телеметрию по всем платформам. Параметры. D неактивно, E неактивно, F неактивно,
Джей еще активно, А не активно, H активно, I не активно, J не активно. Щек платформа K. Это как раз в том слабом месте, да? Ну, судя по всему, да. А стоит ли нам двигаться в это слабое место, если теперь там платформа активна? Так. Что-то я не вижу истребителей, которые бы атаковали. Ну вот эту платформу я вижу, атакуют активно. Назначенное устройство не действует. А вот это? Осталось еще одно орудие. Тревога. Наши эскадрильи атакованы. Назначенное устройство не действует. Кто? Я не вижу атаку. Ага. Понял. Не приближаться. Приказано вам не приближаться. Что у нас? Это у нас платформа J. Второе звено. Меняем полет в платформе J. Первое звено точно так же приготовится выдвигаться к платформе J. Отлично. Так, где у нас платформа K? На самом верху. Так, а это у нас какая платформа? Платформа A. Первое звено, двигаемся к платформе H. Второе звено, точно так же к платформе H, потом к A. Облетим и потом на K. Хотя, возможно, еще стыковка, перезарядка и ремонт на стилете. Десантная капсула, готовность к вылету. Где станция? Так. Первому, второму звену вернуться на борт стилета. Вас понял. Давайте-ка живее. Необходимо ремонт, обслуживание, перезарядка. Где? Стилет. Не вижу. Стилету выдвинуться ближе к платформе. Курс проложить вперед. Истребителям стыковку разрешаю. Десантная капсула приготовится к вылету. Десанту. Вылет разрешаю. Второе звено, стыкуемся. Стоп, двигатель. Спасательная команда покинула шлюз. Обнаружен неизвестный объект. Так, это зенитные системы, я понял. Так, зенитные системы. Выведите мне камеры десантного капсулы. Буши все еще далек. Где платформа К?
Первому второму звену. Вылететь, уничтожить орудия платформы К. Десантники. Десантники готовы к высадке на корвет Буши. Товарищ капитан, высадка начата. Десант капитану. Готовимся войти внутрь. Истребители. Наши эскадрильи атакованы. Истребители, давайте-ка пролетаем. Десант капитану. Корабль разрушен. Корпус разгерметизировался. Весь экипаж мертв. Вас мы понял. До мостика и нашли пульт, который управляет платформами. Джонни сейчас пытается его наладить. Давайте-ка, ребята, надежды мало, конечно. Платформы. Структура программы управления нарушена. Никогда не видел такого. Спокойно, я могу с этим справиться. Слету. Выдвигаемся уничтожать ближайшую платформу. Назначенное устройство не действует. Сэр, есть. Похоже, тот, кто привел систему в беспорядок, сдаваться не собирается. Я все исправил, но он опять меняет коды. Это крепкий орешек, сэр. Через 3 минуты он снова их переделает. Это самое большое окно, которое я могу вам предложить. Я понял, десантник, молодец. Возвращайтесь, давайте-ка назад. Платформа Кей обезврежена? Обезврежена. Стилет, давайте-ка в зону боевых действий, живее. Десантники, пока есть время, высадка на станцию разрешаю. Назначенное устройство не действует. Так, давайте-ка, стилет, точечно уничтожаем. Уничтожим все системы. Истребители, следующую цель — огонь. Так точно, сэр. Уничтожить зенитные системы. Десантно. Десант приближается к станции. Обнаружен неизвестный объект. Назначенный... Десант капитану. Пристали к станции. Входим. 10 лет. Коридор пуст. Автоматика не работает. Открываем вручную воздушный шлюз. Мы внутри. Давление нормальное. Состав воздуха в норме. Температура в пределах допустимого. Первое звено — уничтожить зенитные системы. Система безопасности открыла по нам огонь. Мы деактивировали ее. Потерь нет. Идем в круглый зал. Повсюду давайте-ка дела. Сюда. Предварительный анализ показывает смерть от декомпрессии, но системы жизнеобеспечения опять работают. Ну и зрелище. Оперативный план К4. Продолжаем задание. Движемся. Давайте-ка, стилет, продолжаем огонь. Обнаружена система защиты, оснащенная лазерами STL-614. Два бойца легко ранены. Ничего серьезного, благодаря уничтожаем зенитные системы. Кто-то не хочет, чтобы мы совали сюда свой нос. Товарищ капитан. Многие с сильными ожогами. Мы внутри астероида. У десантников серьезные проблемы. Плотность воздуха, чтобы замедлить нас. Используют любую возможность. Изменить огонь по следующей платформе. Обнаружена дверь 8-го уровня безопасности. Входим. Уничтожить линейные орудия. Прошли секретную дверь. Входим в подземный док. Тут что-то есть, сэр. Что-то очень странное. Стилет десанту. Поточнее, что вы обнаружили? Отлично. Это огромный корабль, сэр. Судя по опознаванию... Передайте данные, десант. Это старый грузовик, но я таких грузовиков никогда не видел, так, сэр. Так, что я это у нас? Вообще не думаю, что его могли S-платформа. Построить люди. Слушайте приказ, десант. Соберите всех специалистов и проникните на корабль пришельцев. Докладывайте. Зенитные системы о каждом уничтожены. Шаге. Сэр, есть, сэр. Сэр, платформа. Одна платформа работает. Невозможно сломать коды так быстро.
Мы на борту. Все нормально, мы почти справились. Не встретили. Некоторые оборудования как будто людского изготовления. Платформа уничтожена. Большинство консолей неизвестного вида, но наши специалисты сообщили, что смогут управлять кораблем и вывести его отсюда. Стилет командиру. Остался линейный ПМ последний. Если возможно, с кораблем. Будем ждать вашего выхода. Стилету. Командор, отлетаем от станции. Корабль пришельцев готов к старту. Разрешаю взлет. Давайте-ка, что там за инопланетный корабль? Новая разработка какая. Десант капитану! Стартуем! Ого! Внимание, оба корабля! Миссия выполнена! Встреча в назначенном пункте! Товарищ капитан, уходим! Есть! Истребителям! Продолжить добивать платформы противника. Где еще осталось? Первое, второе звено. Огонь по последней платформе. Так, неизвестный корабль. Давайте-ка попробуем системы. По противнику. Огонь. Ага. Вооружение неактивны? Или неизвестны? Вот это да. Подготовить экипаж Хокинга и часть нашего экипажа для трансфера на неизвестный корабль. Сомневаюсь, что это инопланетный корабль. Но Кисаки очень далеко в технологиях продвинулись. Так, давайте-ка покидаем станцию. Так, кто? Еще оружейная платформа действует. Первому, второму звену изменить атаку по следующему боевой платформе. Так. Ремонтной бригаде, пожалуйста, состояние систем. Все хорошо, молодцы, справились. Истребителям приготовиться к посадке на стилет. Возвращайтесь на борт. Первое, второе звено вернутся на борт стилета. Стилет. Ожидайте встречи с кораблем-прототипом. Товарищ капитан, от центрального штаба корпорации пришел ответ по поводу оценки нашей миссии. Они оценивают нашу спасательную миссию успешной, даже превзошедшей все ожидания. Мы не только собрали большое количество информации, к нам в руки также попал корабль, предположительно пришельцев, который Кисаки назвали Ангеладой. Обстоятельства, окружающие трагические события на базе системы Шукения, должны для всех послужить уроком. По предварительным заключениям, на станции находится нелегальный ИИ Тенси, который сошел с ума и убил весь персонал. Нет никаких свидетельств, чтобы понять причину произошедшего. Вот такое объяснение будет. Ну, наверное, на этот интеллект и спишут Dangerous и Invincible. В любом случае, все задачи выполнены. Давайте дальше. Вместе с оценкой выполнения нашей задачи пришли тактические данные и новая директива от капитан. Воспроизвожу. Директива 19887, конфиденциально, код красный. Мы обнаружили военные корабли Кисаки на границе системы. Пока мы не можем их идентифицировать, но их вес и энергетические следы говорят о том, что это флот, замеченный у Марса 3 месяца назад.
Основываясь на нашем анализе траектории, их цель — Санфлауэр. Через 2 дня флот достигнет астероидного поля. Я должен объявить красную тревогу. Гражданские корабли эвакуированы. Минные поля активированы, чтобы остановить злоумышленников. Похоже, нас ждет новое сражение. Ставлю наши охранные корабли, легкие корветы «Маделайн» и «Лайтнинг» под вашу команду. Время существенно важно, капитан. Корветам «Маделайн» и «Лайтнинг» передать данные о своей конфигурации на корвет «Стилет». «Стилет» назначается флагманом эскадрильи. Подготовиться за эти дни необходимо к вооружениям. Надо посмотреть перевооружение. Нужно посмотреть, что за системы доступны. Еще этот корабль. Так, давайте начнем со стилета. Эскадрильи. Космодесантников можно отправить пока отдыхать. Истребители Джемини принять на борт. 3 эскадрильи. Может ли Ангелиада принять хоть одну из... Не может. Так. А ну-ка, приборы какие-нибудь можно установить? Никакие. Потому что системы неизвестны. Да. Непонятный мотив корабль. Как они его вообще запустили? Так, Лайтнинг, принимайте на борт истребители. Маделайн, ну ладно, пусть у вас будут на борту десантники. Приборы. Зенитная система, лазерная пушка, спейстех. Уничтожение устройств. Урановый плазмомет. Повреждение по корпусу противника. Давайте-ка, какой у нас урановый плазмомет лучше или линейный? Ну, урановый явно точнее. Лазерное орудие снять. Чего невозможно установить. Здесь лазерная пушка. А если так, энергетическая батарея. Средство может быть помещено в пустой слот двойным щелчком. Нужны ли нам энергетические батареи? Я бы предпочел бы еще один урановый плазмомет. Инфосканеры. Зенитные системы. Субхимический двигатель. Ну, давайте батареи тогда установим. Что же еще остается? Сооружение, которое можно поставить, да. Принять. Ресурс 6 из 6. Энергетические батареи. 5 из 6. Принять. Так, что мы можем себе установить? Самонаводящаяся ракета «Торнадо». Тяжелое оружие. А здесь система. У нас их нету. Малые генераторы, большой субхимический двигатель. Я
Электроника и батареи. Система РЭП Space Tech. Можно добавить еще. Энергосенсор Space Tech. Уже установлен. Субхимический двигатель тоже установлен. Собственно, все возможное вооружение мы взяли. Лазер, урановая сама ракета Торнадо, зенитная система Space Tech. Все. Ага, чинить корпус. Принять. Все остальные исправны. К бою готовы. Приказ по кораблю. Всем отбой. Отдыхаем. Перекусываем. И постепенно готовимся к предстоящему бою. Через двое суток. Около станции Sunflower. Тактический офицер, конец связи.